В Кызылкогинском районе Атырауской области введен режим ЧС. Напомню, резкое повышение уровня воды в реке Уойел поставило под угрозу подтопления райцентр Миялы. Прервано сообщение с 6 селами. В районе создан оперативный штаб. На опасных участках установлены насосы, возведены защитные дамбы из мешков с песком. Продолжается работа по восстановлению связи с отрезанными населенными пунктами. К этому часу пострадавших нет. Поскольку была угроза подтопления населенных пунктов, в том числе и районного центра, было принято решение о разрыве дороги Миялы-Индер, в результате чего уровень воды сейчас снизился. В настоящее время никакой опасности нету. Уровень воды составляет где-то 1,5 метра на данный момент. Никакие населенные пункты, жилые дома ни водой не потоплены. Ситуация находится под контролем.